Добрый вечер. В Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты. В студии Наталья Белыш. Безвиз заказывали? Получите. Страны Европейского Союза одобрили либерализацию визового режима с Украиной. МВД в осаде. Кто и почему требовал сегодня отставки главы ведомства Авакова? Закрытый показ «Чем силовики» ответили на фильм «Расследование об убийстве Павла Шеремета». Вашингтонское закулисье. Что Дональд Трамп обсуждал с главами МИДов Украины и России? Жизнь без виз. Европа утвердила безвизовый режим для граждан Украины. Окончательное решение приняли на Совете министров ЕС. Теперь документ остается подписать, опубликовать, после чего решение вступит в силу. Как будет выглядеть пересечение границы ЕС после того, как эта процедура завершится? Узнаем у Алексея Пшемыского. Он сейчас находится в Брюсселе и с нами на прямой связи. Алексей, здравствуй. Расскажи, как голосовали за это историческое решение для Украины и когда оно вступит в силу? Добрый вечер. Скажу, что сегодняшнее решение Совета ЕС можно не только по праву назвать историческим, но и отметить то, что оно говорит, пожалуй, о очень высоком доверии Европы как самой Украине, так и к самим украинцам. Скажу, что сегодняшнее голосование министров, по сути, было последним условием на пути принятия решения о либерализации визового режима между Евросоюзом и Украиной. Отмечу вот такую очень интересную деталь. Принимать это судьбоносное для нас решение доверили министрам сельского хозяйства и рыболовли Евросоюза. Но, собственно, и дело здесь не в том, что европейцам очень полюбилась наша рыба или, возможно, картофель, хотя, ну, конечно, не исключено, а в том, что это заседание, первое министерское заседание после того, как послы ЕС утвердили безвиз для Украины. И вот здесь, в Брюсселе, стремились к тому, чтобы как можно быстрее финализировать принятие этого решения. Скажу, что проголосовали очень быстро, единогласно, буквально в течение нескольких минут. И вот сразу же после этого украинцев поздравил еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел. Давайте послушаем его поздравления. Страны Европейского Союза одобрили либерализацию визового режима с Украиной. И я хотел бы поздравить украинское правительство и граждан страны, которые много трудились для того, чтобы воплотить это в жизнь. Вскоре украинцы смогут путешествовать в ЕС без виз, и мы ждем вас с нетерпением. Все мы члены большой европейской семьи. Украинцы, добро пожаловать в Европу. Ласкаво прожимо Европу. По сути, документ уже готов, и теперь финальным этапом станет его подписание. Это произойдет в Страсбурге 17 мая при участии президента Европарламента, а также представителя Мальты, которая сейчас главенствует в Совете ЕС. А также там, в Страсбурге, ожидается и участие президента Украины. Отмечу, что после этого документ опубликуют в официальном издании, и само решение вступит в силу в течение 20 дней после этого. А это означает, что безвиз для украинцев начнет действовать 11 июня. Именно с этой даты украинцы смогут ездить в Европу без виз. Но несколько слов о том, что именно это означает. Конечно же, отмена виз не означает отмену правил Шенгенского соглашения. Ездить без виз в Европу смогут украинцы, у которых есть биометрический паспорт. Тем не менее, пограничники будут иметь право потребовать, например, копии билетов, бронирование гостиницы или выписку с банковского счета. Ну и, конечно, всем рекомендуют все равно подготавливать эти документы. А те же, у кого до сих пор сейчас есть шенгенские визы, смогут продолжать посещать шенгенскую зону по этим визам до истечения срока их действия. Ну и скажу напоследок, что, конечно, много сегодня здесь говорили о том, не будет ли означать такая вот победа, которую так долго ждала Украина, того, что Украина прекратит осуществление реформ и борьбу с коррупцией, а именно это было главным условием со стороны Брюсселя в адрес Киева для того, чтобы предоставить нам безвиз. И отмечу, что вот специально на этот случай здесь в Европе приняли такой механизм, который позволяет временно приостанавливать действие безвиза, например, в случае, если у нас будет расти уровень коррупции или начнутся проблемы со свободой слова. Собственно, вот такие главные новости из Брюсселя. Конечно, все сейчас ждут 17 мая, поскольку
поскольку именно после того, как под решением будут поставлены подписи, можно будет уже официально сказать, что Украина получила безвиз. Студия. Спасибо, Леша. Алексей Пшемыский о том, как принималось решение о предоставлении Украине безвиза и о том, как теперь по новым правилам ездить в Европу. С завершением процедуры безвиза с Европы поздравил украинцев президент Петр Порошенко. До долгожданной даты остались считанные недели. 17 мая в Страсбурге состоится официальная церемония подписания соответствующего законодательного акта, а затем его публикация. Приблизно 11 червня. 34 європейських країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів для безвізових короткострокових поїздок. Безвіз – це набагато більше, ніж спрощення способу виїзду за кордон. Це гігантський крок до Європи, до утвердження свободи людини і незалежності нашої держави. Ми пориваємо з пострадянським минулим і дедалі більшою мірою стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору. Поздравили украинцев и парламентарии, однако віце-спікер Ради Ірина Геращенко напомнила, що за нардепами ще є один должок. Це новий проект трудового кодексу. Якщо комусь закортить там, знаєте, якось там уникнути внесення до нового проекту трудового кодексу, які зміни, що стосуються антидискримінаційних норм, це буде дуже серйозна загроза в сприйнятті Європейським Союзом України. Тому я вважаю, що парламент має тут виконати всі свої зобов'язання. Решение Совета министров ЕС приветствовали и в оппозиционном блоке. В политсиле его называют авансом, обязательством сделать Украину по-настоящему европейским государством. По словам нардепа Сергея Левочкина, предоставление безвиза – это заслуга не только нынешней власти. Большая часть работы по либерализации проводилась в течение последних 7 лет. Выполнение этих 85% плана по предоставлению безвиза принимала участие команда людей, те, которые сейчас участвуют в оппозиционном блоке. Поэтому мы не только на словах, но и делом внесли большой вклад в либерализацию визового режима с Европейским Союзом. Миф, о котором тоже я хотел бы сказать, вот, вернее предостеречь, это то, чтобы украинская власть не превратилась в туристическое агентство, которое сейчас вместо того, чтобы проводить реформы и действительно строить Европу в Украине, будет заниматься улучшением возможностей для тех граждан нашей страны, которые смогут ездить в Европу. К сожалению, это не очень много людей, потому что 60% украинцев сейчас живет за чертой бедности и не могут себе этого позволить. Прокомментировал Сергей Левочкин и избиение председателя Черновицкого отделения оппозиционного блока Руслана Тулика, которого сегодня госпитализировали. Нардеп считает, что этот инцидент подтверждает, что власть не в силах контролировать бесчинства, происходящие на улицах. Все подробности этого происшествия в материале. Все случилось накануне возле городского аэропорта. На Руслана Тулика напало около десятка мужчин в камуфляжной форме. Мол, все из-за фотографий, сделанных во время празднования Дня Победы. Их Тулик разместил на своей странице в соцсетях. По словам пострадавшего, среди радикалов была женщина, депутат областного совета от фракции «Самопоміч». Я был в Одене, я приехал на собственном автомобиле. В Одене меня уже чекало. То есть они приехали раньше, чем я. Дивлюся, повибігала куча людей, человек 10-12. И началась бійка уже такая коллективная, скажем так. У меня кров была, я був и на земле, и били ногами. И мне даже никто допомогу не надав першу. Драку заметили сотрудники аэропорта и вызвали полицию. Там открыли сразу два уголовных производства. До поліції надійшли заяви від обох сторін конфлікту. За даним фактом відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України, а саме умисні легкі тілесні ушкодження. Наразі проводяться слідчі дії, встановлюються свідки події, також призначено низку експертиз. Зараз Руслан Тулик знаходиться в лікарні скорої допомоги. У нього сотрясіння мозку і многочисленні ушиби. Ми вважаємо це возмутительним. І те, що це відбувалося в день предоставлення безвіза, це плювок в лицо влади, яка не может положить конец бесчинствам радикалов на улице. Будем следить за тем, чтобы правоохранительные органы реализовали тот комплекс заходов, который бы притягнул до ответственности ту группу людей. Никого из нападавших правоохранители не задержали. Говорят, сначала проведут необходимые экспертизы. В оппозиционном блоке требуют от правоохранителей незамедлительно найти и привлечь к ответственности виновных преступлений. Андрей Кравец, Леонид Оборин. Подробности телеканал Интер, Черновцы.
С получением безвиза поздравил украинцев и премьер-министр Владимир Гройсман, но большую часть заседания правительства министры посвятили другим вопросам. Они обсуждали стычки 9 мая и давали оценку действиям полиции. Все подробности узнаем от Ирины Романовой. Новость о решении Совета ЕС отменить краткосрочные визы для украинцев появилась, как только Владимир Гройсман открыл заседание Кабмина. Премьер даже не скрывал довольной улыбки. Із 11 червня українські громадяни зможуть подорожувати до Європейського Союзу без візу. Цей час настав. Всіх вітаю. Но на этом приятные новости, похоже, и закончились. Напомнив, что несколько дней назад Украина почтила память погибших во время Второй мировой, премьер заметил. В эти дни нормальные люди завжди и с болью в сердце згадывают историю каждой родины, зокрема каждой украинской родины, яку эта страшная и жахлива война торкнулась. Але есть и другие, которые используют такие даты для расколу, провокаций, разъединения, сутичек. Пример привел ситуацию в Днепре, где 9 мая возле монумента Славы произошла массовая стычка. То, что произошло в Днепре, и абсолютно неприпустимым. Провокация, яка відбулась, має знайти абсолютно повністю свою оцінку, маємо ідентифікувати кожного з них, і ця тетушня має сидіти просто за ґратами. Виновними в безпорядках глава МВД назначив руководство обласної городської поліції Дніпра. Оба начальника і зами вже уволені, доложив глава Нацполіції. Обстоятельства драки зараз розслідує спецкомісія, як і стички в Києві, Одесі, Запорожжі і інших містах. Загалом до органів поліції доставлено 89 осіб, відкрито 19 кримінальних проваджень у 8 регіонах. Виготовлення, поширення комуністичної нацистської символіки – 9 проваджень, хуліганство – 4 проваджень, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Його начальник Арсен Аваков извинився за ненадлежащую реакцію поліцейських в Дніпрі. А от дії київських, які 9 мая штурмували офіс радикальної організації возле площаді Слави, оправдав. Момент, коли там збирався натовп, поліцейські побачили, що вікно офісу відповідного ОУН, стоїть людина в камуфляжній масці і у нього на плечі гранатомет. Поліцейські прийняли негайне рішення вийти в це приміщення і локалізувати цю проблему. Після цього було знайдено там цей тубус, він був пустий. Ми не могли знати, чи це пустий тубус, чи це готується вистріл. Геннадій Зубко, Остап Семерак, Андрій Рева сочли своїм долгом підтримати колегу. Там були люди, просто, які прийшли згадати своїх загиблих предків. І в цей час в них ціляться з гранатомета, зигують в наглу, кидають в них різні предмети, а потім кричать, що поліція в усьому винна. Я хотів би підтримати наших правоохоронців. Чесних правоохоронців треба підтримувати. Обов'язково. Тих, хто порушує закон, конечно, треба наказувати. Конечно. Поручив Нацполіції як можна скорее провести розслідування і наказати виновних, прем'єр предложив міністрам перейти к обсуждению повестки дня. Среди прочего, члены Кабмина решили преобразовать госавиапредприятие «Антонов» и завод 410 гражданской авиации в публичное акционерное общество, чтобы привлечь инвестиции для их модернизации, и продлили еще на месяц чрезвычайное положение в энергетике. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности, телеканал Интер. Не утихает постпраздничный конфликт в Днепре. Сегодня здесь подожгли офис оппозиционного блока. Представители этой политсилы утверждают, что давить на них начали задолго до 9 мая. А в День Победы на участников марша напали неизвестные. Как реагируют на эти заявления силовые структуры? Подробнее в материале. Это видео с наружных камер наблюдения. К офису оппозиционного блока подбегают трое неизвестных. Лица скрыты капюшонами. Сначала разбивают стекло, затем льют внутрь какую-то жидкость. Поджигают и убегают. Невідомі кинули пластикову бутылку с сумішю на перший поверх шестиповерхівки. Там знаходяться офіси. Було розбито скло, після чого сама бутылка потрапила до придбанника. В результате пожара выгорела лестничная площадка на первом этаже. Полиция открыла уголовное производство по статье «Поджог». В оппозиционном блоке говорят, это уже не первое нападение. Накануне 9 мая неизвестные разгромили более полусотни агитпалаток политической силы. А непосредственно в День Победы люди в форме нападали на участников марша.
Пацаны, ты без балаклавы, ты запомнил. Сейчас в Днепре просто хватают людей на улицах, участников Марша Победы, их было больше 25 тысяч человек, и говорят, мы тебя посадим, или если ты дашь любые показания на ОПА-блок, то тогда мы тебя отпустим домой. И вопрос ведь не в судьбе ОПА-блока. Вопрос в правах и свободах. Они будут в нашей стране или не будут? Сегодня спалили офис оппозиционного блока, а завтра, если этих радикалов не остановить, то они могут спалить ваши дома. После столкновений у Монумента Славы полиция открыла несколько уголовных производств по разным статьям. Сейчас все объединили в одно – организация массовых беспорядков. О том, что удалось выяснить за два дня следствия, перед руководством облсовета отчитываются новые главы областных СБУ и нацполиции. Вот только никаких подробностей не сообщают. Данные материалы собраны, данное расследование проводит областная прокуратура, оперативное сопровождение проводят сотрудники национальной полиции, сотрудники службы безопасности. В ближайшее время результат вам будет доложен. Нет той эффективности, с которой мы должны это сразу все упорядоченно полностью гасить. Буквально 2-3 недели я изучу оперативную обстановку в регионе, потом буду готов полностью доложить. В столкновениях 9 мая пострадали 20 человек. Сейчас в СИЗО 7 задержанных. В ближайшие дни суд должен избрать им меру пресечения. Есть ли среди них организаторы провокаций, в прокуратуре не говорят. Криминальное провадження у нас зареєстровано за фактами хуліганства, за фактами участі у масових заворушеннях. І одна особа по перешкоджанню діяльності службової особи, яка виконувала громадські обов'язки. В прокуратурі також изучают действия правоохранителей во время потасовок. Выясняют, можна було їх не допустить или ні. З результатами проверок обіцяють не затягувати. Ольга Іванченко, Вячеслав Никифоров, подробності телеканал Интер Днепр. Оппозиционный блок требует от СБУ расследовать поджог Днепровского офиса. По словам представителей политсилы, ночное происшествие – это акт терроризма. В официальном заявлении на сайте партии подчеркивается, цитирую, «таким образом на оппозиционеров осуществляется давление за антинацистскую позицию». Конец цитаты. С призывом дать оценку теракту в Днепре и неоднократным угрозам расправы, в том числе и со стороны главы МВД, представители оппозиции обратились к посольствам демократических государств и представительством международных организаций. Капитана полиции, который курировал вопросы внутренней безопасности нацполиции в Житомирской области, задержали на крышевании проституции. Сотрудники СБУ и военной прокуратуры установили, что полицейский обещал своим подопечным спокойную работу под надежной крышей за весьма скромное вознаграждение в 1500 гривен в неделю. Задокументированы 5 фактов получения денег через посредника. Сейчас проводятся обыски в служебном кабинете капитана и в его квартире. Отправить в отставку главного полицейского страны требовали сегодня представители ультраправых сил. Радикально настроенные активисты во время митинга обвинили министра в провокациях со стороны силовиков 9 мая. А также вспомнили о коррупционных скандалах, в которых фигурирует Аваков, его сын Александр и однопартийцы министра. По мнению активистов, после отставки министр внутренних дел должен отправиться в суд. По-перше, відставки Авака, по-другому, покарання його, жорстоке покарання. Бо за те, що він зробив, і за всі ті злочини, які до цього зробив, він достоїн цього покарання. Посадити його на якомога більший термін ув'язнення, тому що терпіти такий призов поліції вже просто неможливо. И еще одно обвинение в адрес главы МВД. Активисты утверждают, что Арсен Аваков подписал приказ о создании батальона «Торнадо», зная о преступной деятельности бойцов отряда «Шахтерск», который вошел в состав нового подразделения. Об этом в Фейсбуке сообщили представители правозащитной организации «Медийная инициатива за права человека». Документ, опубликованный активистами, это служебная записка экс-начальника департамента организации деятельности подразделений патрульной милиции особого назначения Виктора Челована. В ней правоохранитель сообщает министру о выявленных преступлениях членов «Шахтерска». Несмотря на это, Аваков утвердил создание роты «Торнадо», которую возглавил Руслан Онищенко. Я напомню, Оболонский райсуд столицы признал 12 торнадовцев виновными в создании преступной организации, пытках, насилии и похищении людей. Руслан Онищенко и еще 7 обвиняемых осуждены на сроки от 11 до 8 лет. Еще 4 из них получили условный срок.
Постфактум. На презентацию фильма «Расследование убийства Павла» о трагической гибели журналиста Павла Шеремета наконец-то отреагировали правоохранители. Напомню, авторы расследования заявляли о том, что действующее руководство силовиков и в первую очередь МВД отказывалось давать комментарии, несмотря на приглашение, не появились на премьере этого фильма. Зато сегодня силовики оказались более разговорчивыми. Что в очередной раз они пообещали, расскажут наши корреспонденты. Презентация фильма «Расследование убийства Павла» о гибели журналиста Павла Шеремета вызвала широкий общественный резонанс. Как выяснили журналисты, в ходе расследования один из тех, кто посещал место трагедии до убийства, возможно, является бывшим сотрудником СБУ. В пресс-службе СБУ информацию об Игоре Устименко уже после выхода фильма подтвердили и заявили при этом, что он был уволен еще в 2014-м. В МВД тоже отреагировали постфактум. Дескать, Игоря Устименко вызовут на допрос. Вручили ли ему повестку, пока неизвестно. При этом в министерстве не отрицают того, что силовикам неизвестно местонахождение бывшего СБУшника. Кроме него, интерес у следствия вызвали и авторы фильма. Напомним, что ни один представитель правоохранительных органов не пришел вчера на презентацию фильма «Убийство Павла». Если журналисты имеют певні материалы, которые, на их думку, могут быть корисними для следства, следство обов'язково звернеться до них и врахує ці матеріали під час розслідування цього кримінального провадження. То же самое на сайте министерства заявил и главный полицейский страны Сергей Князев. Со времени убийства Павла Шеремета прошло почти 10 месяцев. За это время в стенах МВД прозвучало уже не одно громкое заявление и обещание найти исполнителей и заказчиков преступления. Однако коллеги Павла, работающие над фильмом, считают, что расследование не сдвинулось с места ни на йоту. По-прежнему у следствия 5 версий, то есть они за год, к сожалению, не продвинулись к установлению не то чтобы исполнителей и заказчиков хотя бы какого-то основного мотива. Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля прошлого года. Он был оппозиционным журналистом. Ранее работал в Беларуси и России. А последние 5 лет прожил в Киеве. Работал в интернет-издании «Украинская правда». Коллеги Павла не просто надеются, а требуют от полиции, чтобы убийство не стало вторым делом Гангадзе. Диана Клочко, Александр Васильченко. Подробности телеканала «Интер». С начала суток на Донбассе боевики 25 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских войск. В результате один военнослужащий погиб и еще 3 получили ранения. Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Останнім часом підійшли росіяни. Зараз росіяни їм байдуже, куди, в кого стріляють. Чим більше, тим краще. Позиции вблизи поселка Верхнеторецкая. Это неподалеку от Авдеевки. Последние несколько суток по ним постоянно бьют боевики. Минометы разного калибра и даже одиночные ракеты от градов. Так называемые установки «Партизан». 9538 «Партизан». Град. Град один. Это перед 9 мая нас поздравлял. Сколько? Пацаны копали картошки. Вот это. Это рядом тут. Вот. Есть у нас маркировки, которые приходили. Ближе снимайте. Армейские укрепления и блиндажи противника разделяют открытое поле. Поэтому боевики чаще используют бронетехнику, чем пехоту. Поле, им запрятаться негде, поэтому они к нам сильно не лезут. БМП с их стороны работала по позициям нашим. Пока работаем на этих позициях, начинается бой на соседних укреплениях. От взрывов снарядов в степи и лесополосе начинается сильный пожар. Бойцы рассказывают, в последнее время большинство обстрелов противника сопровождается авиаразведкой с беспилотников. Беспилотник сразу реагирует и сразу туда и стреляет. Працюет танк. Працюють важка артилерія, самохідні установки працювали днями. Вскоре раздається звук мотора. Це дрон-разведчик. За ним починається охота. Но попасть бы беспилотнику сложно. Дрон улетает, а военные готовятся к артналету. Его вероятность после авиаразведки противника увеличивается. Оборона Авдеевского плацдарма продолжается. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности
Телеканал «Интер». В Кривом Роге продолжаются подземные забастовки. 300 горняков, шахт «Юбилейная» и имени Фрунзе уже вторые сутки отказываются подниматься на поверхность. Горняки требуют проиндексировать зарплаты. Говорят, в 2014-м до инфляции они получали по 500-600 долларов в гривневом эквиваленте. Но администрация предприятия обещает повысить зарплату максимум на 12%, и то лишь в конце года. Протестующих это не устраивает. Пока шахтеры бастуют под землей, их родные перекрыли подъезд к шахтам и остановили отгрузку угля. Компания повинна все-таки Євраз, суха балка, вони повинні звернути якраз на це увагу, бо ситуація дійсно може бути некерована. І вона може перерости з економічних вимог до політичних. К криворожским акциям протеста готовы присоединиться и горняки госпредприятия «Шахта Нововолынская». Как написал на своей странице в Facebook глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, работникам Нововолынской государство задержало зарплату за 3 месяца. В общей сложности это около 3,5 миллионов гривен. Шахтеры обещают приехать в Киев вместе с семьями и провести в столице массовый митинг. Против профильное министерство во главе с Игорем Насаликом эту ситуацию пока не комментирует. Европейский банк реконструкции и развития почти в 2 раза сократил инвестиции в Украину в минувшем году. Об этом говорится в годовом отчете финучреждения. В частности, в 2016-м банк инвестировал в украинские проекты около 600 миллионов евро, тогда как в 2015-м почти миллиард. Несмотря на это, именно ЕБРР остается ведущим инвестором нашей страны. Напомню, по мнению финансистов, в нынешнем году украинскую экономику ожидает несущественный, но все-таки рост на уровне 2%. Показательная встреча. Дональд Трамп и вице-президент США в день встречи с российским министром иностранных дел Лавровым приняли в Белом доме и главу украинского МИДа Павла Климкина. Что известно об этих переговорах? Все подробности узнаем от Дмитрия Анопченко. В Белом доме попрощались с Сергеем Лавровым. Кортеж покинул здание, пресса разъехалась. И уже без излишней помпы в рабочем режиме 2 первых политика Америки – Майк Пенс и Дональд Трамп – приняли украинского министра иностранных дел Павла Климкина. Информацию об этой встрече не разглашали до последнего. Ее не было. В рабочем графике президента и вице-президента доступном прессе. Более того, Белый дом сам попросил, не нужно никакой шумихи. Разговор рабочий и, значит, не нужно прессы. Только пусть присутствует личный фотограф. По информации Белого дома, на встрече с Майком Пенсом речь шла о ситуации на Донбассе. Вице-президент говорил о необходимости выполнить Минские соглашения, которые он считает наиболее реальным способом продвижения к миру. От Пенса прозвучали слова и о полной поддержке штатами территориальной целостности Украины, что по сути означает, оккупация Крыма не будет признана и связанные с ней санкции останутся в силе. Далее вместе с вице-президентом украинский министр встречается и с Дональдом Трампом. Дуже важливо, що ми почули 3 головних меседжі. Перше, від президента Трампа, що Сполучені Штати підтримують Україну. Зокрема, будуть, я так зрозумів, більш активно намагатися врегулювати ситуацію разом з нами по Донбасу, встановленню миру в Україні. А перед тим прозвучав чіткий абсолютно меседж по результату зустрічі з росіянами, що відповідальність Росії є. І потрібно це визнати, і потрібно працювати над тим, щоб вирішити питання, знову ж таки, встановлення миру і з боку Росії. Ну і зрозуміло, що помимо цього, в той чи іншій формулировці на обох зустрічах обговорювався ще один, найголовніший питання. А як Вашингтон може допомогти Україні в умовах, коли, як сам Трамп сказав в ході зустрічі з Лавровим, він намірен улучшити відносини з Росією? І щоб зрозуміти це, достатньо прислухатися до тим меседжам, які звучать сьогодні в високих вашингтонських кабінетах, де коментують минувшу зустрічу Тіллерсона і Трампа з російським міністром іноземних справ. В Госдепе сообщили, что на встрече с Лавровым госсекретарь Тиллерсон предупредил Россию. Санкции будут сохранены. Дескать, необходим прогресс в выполнении Минских соглашений, и их не отменят, пока Москва не изменит свои действия. Четкий месседж был и от Дональда Трампа. В комментарии Белого дома по итогам его разговора с Лавровым говорится, что именно президент поднял украинский вопрос и выразил готовность его администрации участвовать в разрешении конфликта. А еще подчеркнул, Россия несет ответственность за полное выполнение Минских договоренностей.
И похоже, что таким образом, организовав две встречи в один день, администрация Трампа продемонстрировала и миру, и критикам внутри страны готовность держать баланс. Дескать, отношения с Россией будут улучшать, Трамп открыто об этом говорит, ему нужна поддержка и в сирийском вопросе, и в северокорейском. Но и обещания помощи, которые давали странам-партнерам, остаются в силе. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». И еще одна новость из-за океана. Находящийся в Соединенных Штатах нардеп Андрей Артеменко, избранный в парламент по спискам радикальной партии, обратился в Высший административный суд Украины. Он просит признать незаконным указ президента Порошенко о лишении его украинского гражданства. Дата судебного заседания пока не определена. Кроме того, адвокаты депутата направили в администрацию президента запрос с просьбой предоставить копию указа. По их мнению, подобные решения главы государства должны публиковаться. Напомню, ранее в миграционной службе официально подтвердили, что Андрей Артеменко больше не гражданин Украины. Основанием для этого стало наличие у него канадского паспорта. Кто парализовал строительство железной дороги в Германии и чем для отчаянного британца закончились прыжки на батуте с мышеловками? Об этом и не только в нашем обзоре. Тысячи ящериц сорвали стройку века в Германии. Строительству новой ветки железной дороги, известной как проект «Штутгарт-21», помешали редкие рептилии двух видов – прыткая и стенная ящерицы, которые под угрозой вымирания в Европе. Их обнаружили на пути маршрута между Штутгартом и Ульмом. Теперь компания Deutsche Bahn, ответственная за строительство, думает, куда бы переселить редких рептилий. По подсчетам, это может обойтись в кругленькую сумму – около 15 миллионов евро. Попрыгать на батуте с мышеловками. На такой отчаянный шаг ради шоу решился британец. Авторы проекта и раньше удивляли интернет-пользователей своими эксклюзивными кадрами замедленной съемки. Но все их проделки сводились к разбрызгиванию краски или лопанию шарика с водой. Но в этот раз авторы небезопасной идеи решили рискнуть здоровьем. Один прыгал на батуте вместе с 1000 раскрытых мышеловок. Второй снимал все на видео. Обошлось без травм. Работник американской заправки стал звездой интернета благодаря своим быстрым рукам. Такой сотрудник – мечта любого работодателя. Мужчина может проверять товар, набирая артикулы вслепую. Причем делает это настолько быстро, что за его руками невозможно уследить. Торговый представитель занимается этим уже 30 лет и довел свой профессионализм до автоматизма. За работой мужчину засняли случайные покупатели и выложили в интернет. За 2 дня видео набрало более 2 миллионов просмотров. Осторожнее с приготовлением десерта. На запах могут прийти незваные гости. Как это случилось в американском штате Коннектикут. Семейная пара пекла шоколадный брауни. На аромат сладкого десерта пришел медведь. Он встал на задние лапы и уперся в оконное стекло. На снимках косолапый выглядит довольно мило, но на самом деле он рычал и пытался зайти внутрь дома, рассказали муж и жена уже после инцидента. Они настолько перепугались, что вызвали полицию. Но медведь, не дождавшись угощения, ушел сам еще до прибытия копов. На сегодня это все новости. Завтра в пятницу в 20:00 в этой студии итоги недели подведет мой коллега Алексей Лихман. А я вернусь в субботу. Хорошего вам вечера и до встречи.